Как известно, главная русалка России много лет счастлива в браке с Сергеем Глушко. У них есть общий сын Архип, который уже сам жених. С бывшим супругом Игорем Николаевым Королёва общается нечасто, но иногда заставляет понервничать его молодую жену Юлию Проскурякову. Например, в ноябре 2021 года экс-муза маэстро без приглашения заявилась на его юбилейный концерт. Наташа Королёва сидела в зале, но затем вышла подарить Николаеву цветы. Она нежно поцеловала его и попросила спеть вместе хит 90-х «Желтые тюльпаны». Все это происходило на глазах у Проскуряковой, которая сдержалась и не стала демонстрировать эмоции, но очевидно, что ситуация была не самая приятная. В этом году с композитором случилась напасть, он угодил в больницу из-за проблем с сердцем. Многие коллеги по сцене поддержали Николаева. Лента пестрила от теплых пожеланий скорейшего выздоровления от звезд и поклонников творчества маэстро. Не осталась в стороне и бывшая жена. Игорёчек. Держимся, все будет хорошо. Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен, сделала эмоциональный пост Наташа. Позднее она заявила, что мечтает воссоединиться с Игорем Николаевым на одном из ближайших концертов. А сейчас у Тарзана и Наташи Королёвой в семье настоящий праздник. Их единственному сыну Архипу исполнился 21 год. Королёва выложила умилительные кадры с маленьким сыном. Перед пользователями предстал лопоухий малыш с огромными голубыми глазами. «Очень важный для меня день, ровно 21 год назад я стала мамой. Обрела счастье и потеряла покой», — иронизирует певица. По ее словам, это время пролетело, как яркая комета. Звездная мама пожелала Архипу ценить время и окружающих, а также уметь быть счастливым, замечая позитив даже в непростые времена, получать удовольствие от жизни, быть сильным и гибким, но со стержнем внутри и любовью родителей.